Радио Рекорд представляет. Шум дождя, шепот прибоя, трели птиц. И, конечно же, лучшая спокойная расслабляющая музыка. Добро пожаловать в Рекорд Чиллаут. Рекорд Чиллаут. Здесь вам рады всегда. Каждое воскресенье, полночь. Только на Радио Рекорд. Доброй ночи, добро пожаловать в Рекорд Чиллаут, самое спокойное место на Радио Рекорд. Меня зовут Артем Дмитриев, и сегодня экспериментальный выпуск. Я хочу познакомить вас с группой, которая, как ни странно, вам, скорее всего, отлично знакома. Это группа «Гости из будущего». 13 лет назад Юрий Усачев и Ева Польна выпустили великолепный тонкий релиз в стиле «Амбиент». Возможно, единственный в своем роде. Альбом называется «Звезды смотрят вниз», и, насколько мне известно, до широкого слушателя он не дошел. Сегодня в Рекорд Чиллаут «Взгляд в прошлое». Имена, изменившие представление о лаунж-музыке. В течение ближайшего часа «Гости из будущего», 1997 год, «Звезды смотрят вниз». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Мы откроем множество миров, о которых и не могли мечтать, и обретем много знаний. Мы станем сильными и сможем создавать вселенные. Мы станем счастливыми и узнаем, о чем говорят звезды.
через сотни лет люди научатся читать мысли друг друга. Мы научимся ценить свои слова и поступки. Мы научимся путешествовать во времени и обретем много знаний. Звезды смотрят вниз. Станем счастливыми и узнаем, о чем говорят звезды.